тут такая жопа у меня. А я сделала маску, которая любимая маска Наоми Кэмпбелл. Картофель запеченный, обжаренный лисичкой. Вот и есть чипсы с петрушки, поэтому здесь хорошенько перемешайте. Смотрите, как красиво. Хотите? А не дам. Так, ну что же, бери толку. Ну такой прайс такой, а это новое. Вот и выпечка, всякая тема, да. А вот, смотри, супер, супер стейки. Смотрите, красивая у меня какая сегодня такая погода, она в белом. Провокатор, блин. Авокадо поинт вкусная. Авокадо поинт? Где? А, это типа тема вся с авокадо? Да. Давайте посмотрим. Авокадо поинт, здрасте. Оно такое все типа. Кстати, крутая тема для зошников и для веганов. Я их ела, они прям вкусные. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы пройдемся все везде, давай посмотрим. Короче, мы с Юлей сегодня договорились встретиться в 7:30 поужинать в Усачевском, но я начинаю писать раньше, что я очень голодная. В общем, мы приехали, мы сегодня выбрали, в тот раз у нас был ресторан тайская, да, тайская? Ну, какая-то, да. В общем, когда в Тунизе, в Бадью тебе наливают, супа. А сегодня мы в японской, как она называется? Коба. Решили, да. Короче, попробовать. Потом покажу, что попробовать. Честно говоря, думаю, что будет вкусно. Но пока... И, кстати, вот... У нас гости сейчас будет. Да, еще саке, да. Еще, кстати, мне очень нравится главный показатель, я считаю, кухни, который представляет определенную страну или регион, это наличие гостей, это национальность. Ну, допустим, в японском ресторане должны сидеть японцы, и как бы, если они сидят, кайфуют, отдыхают, пьют пиво, то значит это место, ну, большей вероятности окажется хорошим, да? Ну что, так, у нас меню васаби, креветки васаби, капуста, кстати, вкусная, я очень люблю погрызть капусту, сокэ, так что, моя хорошенькая, сейчас будем, а дальше я потом пришел супец, здесь вот такая вот добавка, я не знаю, ингредиенты, которые вы можете либо макать, либо туда складывать. Я еще не решила, что я буду с этим делать. И не забыла. А вот это что-то нам. Какая-то коробочка чудесная. И вот мы сейчас будем выпивать. Лучше ест лосось. В общем, смотрите, мы на рынке Усачевском. Смотрите, что я нашла. Принглс с вкусом соленых огурцов. Мега тема. Вот, короче, девочки, кто беременна? Я нашла еще, смотрите, что, не знаю, в моем детстве была такая паста, еще и сникерс. Вот она здесь тоже, кстати, есть. А еще есть японские вкусные штуки. Кто бывал, вот это для ребенка приготовь сам, знаете, ну тут лучше все написано. Вот, кто любит разные такие азиатские, я сейчас хочу напокупать вот Сашке, она любит вот эту всю тему. Смотрите. А главное, что я нашла, хлопья, которые я ела в Штатах. Они такие калорийные, вкусные. В общем, вот такая тема. Так, сейчас покажу еще что-то. А вот, знаете, киткат, короче. Есть разные варианты китката. В общем, мне кажется, что это прикольно. Приятное, кстати, удовольствие выбирать, ходить в мебель. Сейчас покажу, что присмотрела. Смотрите, какие детские. Мне очень нравится вот эта кровать.
Сашки в комнату. Очень нравится. Она есть в белом цвете. Вот и в таком. Мне хочется в белом, потому что у меня там белое такое все. Ну, не только белое, цветное, но она превращается в элегантные шорты. Вот так вот. Вот, мне кажется, это очень круто. Прям. Смотрите, какие детали.